Правоохранители разыскивают автомобильного вора и в очередной раз обращаются за помощью к мазырянам. Инцидент во дворе многоэтажного жилого дома по адресу улица Мира, 8, произошел поздней ночью 7 марта. Добычей молодого человека стали все 4 колесных колпака с припаркованного Volkswagen Polo. Злоумышленник не учел одного. Все его преступные деяния запечатлели камеры видеонаблюдения на ближайших подъездах. Если вы узнали парня, изображенного на ваших экранах, просьба позвонить в милицию по телефону 8029-537-75-92 или 102. Анонимность гарантируется.